Здравствуйте! Вы смотрите ОТВ, с вами я, Евгения Августина. Сегодня в прямом эфире нашего канала мы отметим одно из главных событий мая – праздник последнего звонка. Каждый у себя дома, но все-таки вместе. Выпускники Одинцовского округа, в этом году их более 6 тысяч, отметили последний звонок в прямом эфире нашего канала. Благодаря современным технологиям расстояние практически не ощущалось. Считанные минуты, и зрители уже в лицее номер 6, где вот-вот зазвенит колокольчик. 5, 4, 3, 2, 1. Вопреки традициям, в этом году последний звонок школьникам Одинцовского округа дали не первоклашки, а сами выпускники – золотые медалисты из лицея номер 6. Ирина Стрижак, директор учебного заведения, признается, каждый выпуск кажется, что лучше детей уже не будет. Но лицеисты не перестают удивлять. Каждый год думаешь, все, вот лучше этих выпускников не будет. И каждый год отпускаем и думаем, оставить, ну, если можно, на второй год таких замечательных. Очень жалко, очень хороший выпуск, замечательные у нас дети, поэтому, конечно же, всегда мы с болью в сердце отпускаем большую жизнь. Несмотря на новый формат проведения праздника, многие традиции удалось сохранить. В прямом эфире ОТВ прозвучали поздравления от учителей, родителей и первоклашек. Дистанционно поздравил с праздником выпускников и глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Каким бы продвинутым поколением вы ни были, подозреваю, что не так вы себе представляли прощание со школой и хотели в этот день быть рядом с одноклассниками, со своими учителями. Все-таки живем мы не в цифровой матрице. И сейчас еще раз можем осознать, как ценно тепло живого человеческого общения. Это один из уроков, который мы с вами получили. И, конечно, не обошлось без прощального вальса в исполнении выпускников. Когда уйдет со школьного двора под звуки нестареющего вальса. Выпуск 2020 уникальный, не устают повторять учителя. На его долю выпало дистанционное обучение. Раньше такой практики в школах округа не было, и госэкзамены выпускники будут сдавать чуть позже, чем обычно. А самое главное, они запомнят на всю жизнь. Ни одна социальная сеть и ни один мессенджер никогда не заменят живое общение. Евгения Августина, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».